Всем привет, друзья! Наконец-то зимняя рыбалка. Приехали мы сегодня вот на такую маленькую речку. Вообще была цель половить судака на большой реке, но поклевок не было. И решили мы сместиться в приток. Маленькая лесная живописная речушка. Сейчас будем здесь искать бель. Шли далеко, немножко запыхались. Лед скользкий, народ присутствует. Но клева пока что нет. Поспрашивали, ни у кого ничего не клюет. Будем пробовать на безмотылку. И что у меня здесь есть? Есть у меня вот такие новые безмотылки. Приехала вот такая посылка с прикольными безмотылочками. Это гвозди всякое. Гвозди шарики, гвозди кубики, гвозди кристалла, они же диско-шар. И сейчас будем на них пробовать. Попробую поставлю какую-нибудь из этих. Так, эники-беники. Думаю, вот эту. Ну и посмотрим, начался клев у рыбы ближе к весне или нет. Но судя по отзывам рыбаков, пока что нет. Не клюет. Я был бы удивлен, если бы клевало сразу. Нет, сегодня будет поиск. Множество лунок в толстом льду, который больше метра. И чисто подбор мормышек, проводок. Вот такая мормышечка, серебряный шарик. Попробуем. Два месяца уже не был на льду. Глубина есть. Тут тянет еще так ощутимо. Ну, 3 метра здесь. 2,7, 2,6. 2,7. Рыбу не показывает. Значит, можно дальше идти. Ну да. Она не так должна? У тебя есть крупная рыбина в толще воды. Самый крупный силуэт. Смотри, елец. Вот, разловил мормышку. Елец такой, слушай. Бодрый. Где-нибудь по-любому стайка плотвы стоит. О, вот поклевка была. Нормальный загиб такой. Вот поймал. О, елец опять, смотри. Сколько времени я его разыгрывал. А тут две поклевки подряд. Может, стая подошла, а? Не, ну большую. И мормышка большая, и шарик большой. Неужели оба раза один и тот же? Как-то он по одному ходит. Вот еще поклевка. Прям со дна.
О, галавль, смотри. Галавлик я отпущу. Где там у тебя лунки нерабочие? О, поклевка. Высоко. Может, на пускание возьмет? Как-то странно, то трогает, то прям загибает хорошо. Ну вот этот столбик и шарик серебряный. А сыр клевать не хочет? Не, сыр это Волга. А, Волга? Ну не только Волга, но в основном Волга. Ну вот у меня тоже диско-шар. Нет, только одноцветный. Рыба тьма. В пол воды его поверхность. А вот в той прям целая стая. Ну это, я думаю, клейка. В общем, друзья, узнаете места? То самое летнее место, где я все время ловлю щучку, микроречка. Сыграла она со мной коварную шутку. Лед очень тонкий, выше она вся открылась. Но мы рискнули. И в общем, я искупался по шею. Вот дырка. Лед оказался всего сантиметров 15, и сырой. Леха меня он вытащил. Вон дырка. По шею ушел. Сейчас пока идем согреемся. Смотри. Блин. Ну вот так вот наказала речка за беспечность. Выше льда вообще нету. Вон, все провалилось. Но мы все равно решили проверить. Ну вот и проверили. Хорошо не один. Леха меня вытащил. Глубина воды много, поднялась. До дна не достал. Не знаю сколько. Но за двушник точно. Как раз на омуте. Ну, пускай рыбы сегодня нету, хорошей рыбы, но адреналин я все равно хапнул. Так что, друзья, будьте аккуратней. Не стоит оно того. Все-таки весна уже. Второй раз за зиму. Первый раз убежал, успел, а сегодня нифига. Вот река уже все скрывается. В следующий раз сюда со спиннингом. Да, ну вот куда мы поперлись? Не дураки ли? Второе отжимание. И куртка еще так более-менее. Больше всего штаны и сапоги. Быстро вылез. Хорошо, Леха рядом был. Но вот в носках воды очень много. Носки рыболов, гетры. Наверное, не очень хорошая картинка сейчас, потому что камера вся запотела от сырости. Она была в кармане в момент купания. Хорошо не одета на мне. Ну и вот эти. Вот все, что было в штанах, пока шел, стекло сюда. Вот так вот. Душ Шарко. Первый раз избежал в середине зимы. Точнее как, не избежал, а убежал. Успел отбежать. И утопил только бур и ящик, и то потом достали. Ну а сейчас не повезло. Лед причем никак не предупреждал о том, что он провалится. Он просто
промялся. До этого мы шлем проминался, но был потому что двойной. Как бы я не чувствовал подвоха, шел дальше. И просто сделаю шаг, чувствую, проминается. И чувствую, что он проминается не как обычно вот настолько, а весь в глубину. И все. Упал на правую сторону. Хорошо, потому что в левой стороне был телефон, камера, зарядник. То есть я промок вот так. Как раз ровно по карману.